Максим Бихов, желаю тебе успехов. Сегодня в серии я расскажу о своем проекте Angel of Good и об издании на кассете и на диске 2 миллионов Апокалипсис и Общение мертвых. Еще расскажу много чего интересного о татуировках, о клипах отечественных. Смотри. Желаю тебе успехов. Значит так, сегодня я расскажу о своем проекте Angel of Good, альбома, издания 2 миллионов, 12 это вот Апокалипсис, продолжительностью 15 минут 26 секунд и Месть трупов, продолжительностью 12 минут 4 секунды, да. Там 4 песни, тут один трек, состоящий из 5 сах, так сказать. Вот. Так, это издание, вот это издание, сейчас покажу, да. Значит так, с чего все началось? Началось все с фильмов про зомби и т.д. и т.п., да, фантастики, книжек. Вот это вот, вот «Мучение мертвых», например. Сейчас, подожди, сейчас, где тут мой «Апокалипсис»? Вот. А, вот «Апокалипсис», вот. «Бог знамение нам послал, своих ангелов созвал». Хо-хо-хо. Короче, типа такого, да. Вот. Вот издание на «Кульминис Рекордс», вот. Тут три, тут альбом «Кремация души» и 2 миньона вот этих «Апокалипсис» и «Месть трупов». Вот, вот это издание на «Depressive Illusion Records», на кассете, да. Так, вот, кстати, фото, я и Женя, да, Федорец. Джек Зе Райпер. Он как раз автор стихов «Мщение мертвых», «Слышь, мщение живых» и «Монолог наемника», да, вот. Значит так, сейчас я покажу. Значит, 2 часа,
А уже 3 часа назад я написал статью. Я написал статью в своей группе Angel of God, RIP, 1990-2000 год. Включительно Ukraine, Харьков. Вот, значит, салют, Metalhead, сегодня 4 октября. Уже осень у меня в моем проекте CWD. Есть песня и альбом под названием «Осень», да, есть такой у меня. Сейчас я занимаюсь своими 2 проектами, Torn Apart и Higgwild. Действую по расписанию, напомню, почему я сам рассказываю о своей творческой деятельности. Возникает, наверное, у тебя вопрос. Да потому, что возникли непонятные проблемы на странице на метал-архивах, да. Где настоящие все даты, о которых я сейчас рассказываю, кто-то из модераторов взял и назвал фейком. Написал свои даты. Или это чей-то заказ, или это просто похуизм и нежелание разобраться. Вообще, конечно, получается, что на этих метал-архивах не совсем правдивая информация. Я знаю некоторые группы, у которых также возникли подобные моим недоразумения. Так что не советую верить той информации, которая там есть. Поэтому я начал рассказывать о всех своих проектах и начал с проекта Angel of Good. Итак, 5-6 октября я размещу ролик, посвященный изданию 2 миньонов. Апокалипсис и Revenge of Corpse. Corpses, да. Миньон Мистер Убов. По счету 13-й релиз моего проекта Angel of God. И состоит он из 4 треков. Первый трек — это другая версия песни «Мщение мертвых». Свыше «Мщение живых». Оригинальная версия песни в альбоме Death Land. Кстати, стишок на эту песню написал мой дружбан Джек The Riper. Второй трек это... Так, сейчас, кстати, наверное, сделаем не так. Сейчас мы сделаем не так, да, сейчас мы включим вот так. Но. Вот он. Вот, «Мщение мертвых» играет сейчас, да. Ну, это в стиле хипокриси, наверное, больше. Да. Такой более... Оригинал, если, конечно, жесткий, брутальный. Более-менее риф, если... Ну, тут есть, конечно, забитые рифы. С бас-гитарами все там, да. Ну, это типа, конечно, типа каркаса. Я тогда увлекался каркасом. Ну, конечно, это не как каркас, но... Вот. Вот. Так, вот. А сейчас... А, тем, кстати, да. Второй трек — это новая песня «Монолог наемника». Вот. Вот слова также джили с The Riper. Мы оба тогда уже тащились от групп «Каркас» и «Десайд». Третий трек — это ритуальный трек, кстати, так и называется, «Ритуал». Вот он. И слышал я его при прослушивании альбома выступы Эмри Пейджа, но при прочтении книги «Фантастика» и просмотрах фильма про зомби. Четвертый трек — это ремикс на трек «Короткая жизнь» с альбома Death. Где он тут? Вот он. Сварганил я этот миньон далеком в 99-м году. В течение октября при записи миньона Мистюпа я использовал ножи, топоры для рубки мяса, микрофоны, электрогитару, бас-гитару и драм-машину. Из примочек я использовал Zoom 505 Metal Zone. Записывал я на Tascam Porta 07 и сводил я все у себя дома на кассетник фирмы Маяк. Кстати, вот тут слышно кое-где там. Вон там ножи, топоры, короче, звук топоров, ножи там по костям, или не помню, что там было. Да, вот.
Ну вот, потом давал, как всегда, Саше кассету, и он мне чистил этот альбом, я оцифровал на матрицу. Сидел, я бошку на кассету делала Юля, огромная ей благодарность. Ну да, вот я тут говорю, что потом более подробно. Ну, этот альбом так же, как и все остальные, не буду повторяться. Смотри, предыдущий ролик, это занимает много времени и все такое, да, вот. То есть, да хотя можно и так тоже повториться. Да, в принципе, да, это... Вот тут, в принципе, все повторяется. Сейчас кое-что тут новое есть, по-моему. Да. Вот это самое, да. Этот релиз также продавали на лотках и в киосках фирмы Лира от Sitch Records. Напомню, самым ходовым альбомом был «Тысяча одна смерть». Ну да, самый не... мало продаваем «Дисгармония», хотя довольно атмосферный альбом, рекомендую к приобретению. Кстати, да. Мой вид, как тебе? Хожу. Ой, так сказать, маньяк, да. Сниматься буду в клипе, там, в фильме, да, каком-нибудь, да. Не знаю еще в каком, правда. То я так шуткую, показываю, что вот как я могу выглядеть. Так. Джек Николсон, да, я помню, когда я играл в «Грудной кровотечи» в 2007 году, Мэнсон мне дал кликуху Николсон. Да, вот. О, так что делаю себе рекламу, могу сняться в кино, либо в клипах. Вот, вид у меня очень жуткий, страшный, маниакальный. Вот такой этот батлер, такой балахонов, да. Я когда недавно заходил в аптеку и напугал эту провизору, что она такая... Я такой захожу лекарство заказать матери. Она такая... Что вы хотели? Ой, было смешно, блин, а. Ой. А я так дома хожу. Холодно сейчас. Холодрыга. Вот. Ну да, это то, тоже так это самое как продавали на Sitch Records, короче, в киосках Лира, то же самое. Вот, потом в Короне, в Талисмане я сам продавал, потом я на Мирошниченко отсылал, это барабанщик Фотосмагури, у него дистро. Потом я переиздал, а еще был аудиодиск. Сейчас покажу. Аудиодиски еще были. Вот аудиодиски, короче. Вот. А пока... А не, ладно, сейчас сначала не этот альбом. Давайте, вот мы сейчас об этом говорим, да? Вот промо выглядело вот так вот. Это просто диск. Вот вторая версия. Это бэк, это сам диск так выглядел, это вот так выглядела лицевая часть. Вот. Ну вот тут. Тексты Jack the Ripper, лого Влад Сатан разработал, да. Вот так вот выглядела внутренняя часть на диск. Вот. Я лежу, гнию здесь и воняю, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. И так выглядела вот третья часть. Вот. В формате DVD, да. Так, ну это более мрачно, да. Жестокое, да. Ну, а чё, как книжечка, да, я сам придумал этот формат, не надо меня путать там со всякими гапонами, гривлендами, тю, блин, меня эта идея давно еще посетила. То есть они тоже, у нас мы живем в одном, так сказать, как-то, не знаю, в одном полюсе или как, и у нас мысли посещают одинаковые
Так, так что... Не, и вообще всего 7 нот. Так сказать. Ну вот. Вот, ну это да, вот я передал его на Culmines Records. Вот, в формате диска, вот. Вот, диск у меня мой остался, это самый авторский один, в одном экземпляре. Вот он. Вот он здесь 8 евриков стоит. Ну тут да, тут получается все три альбома. Вот. Вот он, тут есть. Покупай, если хочешь. Вот как он, блин. Ну это я вот, короче, Сатирикон в футболке на месте с Дивина и в бандане Decide. Ну, оформление я делал, понятное дело. Я сам и дизайн делаю. Так, потом была... Значит, тогда потом... А, перед этим была выпущена кассета. На Vibrio Шикаре Рекорд. Показываю ее, вот она. Так. Сделал? Это. Вот у меня кассета вылет. Ну, Moon Records. Так. Вот наша кассета. Тост. Вот она, вот она. Тут стоит она 6 евриков. Вот она так выглядит. Текст тут нету. Ну, как это? Ну, лядит тюрьму. Что я там пока? Фото. Видишь, вот открывать. Вот там. Фото. Отчет увидеть. Вот. Вот мой веб. Значит, только сайт. И за... Вот ютубе. Пока что ютуб еще не открыли. Что-то он достаточно уже ютуб охренел. Вот, короче, да. Значит, вот для ознакомления альбом «Апокалипсис», вот для ознакомления «Месть рукава» альбом тут есть. Можете послушать или заказать. Каждый по 5 баксов будет стоить. Ну вот, тут, короче, я пишу, что тоже типа я вот там ля-ля-ля, поменялся с кем-то. Вот, буду запечатку делать на кассете на двустороннем цветном принте. Там будет 2 миньона, да, цена будет такая вот. Сейчас одна кассета есть, 20 гривен стоит, да. Так, вот хотел, что тут дополнил я, да. Качество нормальное и слушать можно. На новых кассетах, без сомнения, супер качественно звучит, как и на аудиодисках. Помню, в 99 году я ходил в магазин Sony, точно не помню название. Он раньше находился рядом с магазином Arca. Там я слушал свою авторскую музыку на фирменной аппаратуре NEC Denon. Класс! Вот это звучание! Я как эстет и аудиофил слушаю музыку исключительно на аудиодисках, на виниле, на аудиокассетах, на цифровых форматах типа FLAC и WAV. Бывает чисто в ознакомительных целях, когда выходит что-то новое, слушаю в поглимом формате MP3. MP3! Этот формат не уважаю. В моем проекте Jekyll Doom, это Степ 2017 года по сегодняшний день, есть один трек против этого долбанного формата. Потом буду писать только на новые запечатанные кассеты, и цена будет уже минимум 150. Вот, а тут ссылку приготовил, да, вот она. На этот самый миньон, да, вот, слушай его тут. Тут вначале я, ну, это я защищаю, потому что я когда-то ставил свои фул епешники и альбомы, как они есть. Это вступление, так сказать. Реклама. Вот. Видео содержит прямую рекламу или product placement. Вот. Это моя заставка такая, да, потом будет уже это самое. Будет уже, начинается уже, так сказать, сам материал, да. Вот, выкладывал, а потом увидел, что оказывается, блин, эти пираты ебаные, блядь, российские, сука. Когда вы уже, когда вас уже, блядь, перемолотит, блин, это вселенная твари сраные.
у себя там где-то в MP3 скачивать можно, и там на каких-то ресурсах, блядь, и я пытался там за ними охотиться, и нифига не получалось, поэтому, вот, пираты есть пираты, что с ними, блядь, сделаешь, с этими гандонами, поэтому я размещаю в таком виде, чтобы не воспользовались. Знаете, вам, пидоры, блядь. Эй, пираты, вот вам, блядь, сосите хуй, блядь, знаете. Вот, так что больше не будет ничего такого. Вот, ну, короче, для ознакомления полноценное издание можно купить за 5 баксов, обратившись ко мне в личку. Есть как на кассетах, так и на аудиодиске. И, конечно же, в цифровом формате Wave. Напомню, Angel of God, RIP, 1990-2000 вот. Года. О 13-м своем альбоме «Месть трупов» я рассказал, да. Что я читал фантастику, смотрел фильмы про зомби, слушал Impeggio, да, и поэтому так родился альбом «Месть трупов», да. А сейчас мы переходим к 12-му альбому. Ну, он раньше, конечно, был, ну, ладно, так уже немножко не в том порядке. Вот. Вот, значит, это я разместил 1 октября. Вот. А, 27 сентября, точнее. Вот. Ну, короче, да, салют Metalhead. Сегодня 27 сентября. На улице уже становится мрачновато. Да еще у нас в стране траур по погибшим в результате крушения Ан-26. Жаль, ребят, слава героям, да. Слава героям. От сердца к солнцу, да. Солнце сейчас там. Вот туда его. Это самое. Ну, я считаю, что это ритуальное убийство было. Жиды принесли в жертву наших пацанов, суки. Чтобы их выборы были удачными, чтобы они победили. Это чисто моя, блин, мое мнение. Вот. Ну, ничего, придет время. Родится такой, как Богдан Хмельницкий или Святослав, и пиздец этим жидам, да. Вот. Да, кстати, мне тут говорили, что ты вот столько лет, ты типа металюга, блин, что ты без татуировок, там без сережек всяких там на теле, у тебя ничего нету. Ну, я могу сказать так, что в 90-х годах и в середине... А и в начале, ну где-то да, 2005, 2006, 2007, 2008 года у меня была куча денег, да. Я мог себе сделать татушки, но мне это и серьги в носу там, и что я бык какой-то ходить, и на в ухе там, короче. Ну, я считаю, что это чуждо белому человеку. Эти татушки всякие, кстати, да, я сегодня смотрел клипы харьковских музыкантов, там, и не харьковских, там, Сакира Перуна, они пропагандируют, там, это, типа, тату-салон, потому что это их не бизнес, блядь, ну, они же там зэки, как бы, а я чё, зэк, что мне эти татушки, вот, короче, мне это неинтересно, эти татушки. Хотите, делайте себе татушки, там, кстати, и Митя морда была, блядь, и квадрата, лесо что-то было там, и этого Ревякина там, это самого изверга там что-то вплели. Ну, короче, да, злобный Лиза, типа, они, наверное, там все акционеры, блин, в этом Black Flag, фиг его знает, вот рядом со мной, кстати, переулок Подольский там где-то, бывшая улица Гамарника. Вот, только настоящие люди могут попасть ко мне в личку, ну, на лду, в личные сообщения написать, там, куплю, там, предложение какое-то, там, хочу, там, привет, там, Макс, там, еще как дела, там, вот, а просто так я не добавляю, там, типа, просто так людей к себе, в свое окружение, так сказать, вот. Я домой девок не вожу, я сам в гости к ним хожу, кстати, да, это хотел бы сказать, что... Домой я никого не вожу, да. Вот, кстати, тоже немаловажно, чтобы не доставали. Вот. Ну вот. Что я там еще не рассказал?
Ну, это я показывал, по-моему, да, или не по... Ну, вот как выглядела кассета. Это, можно сказать, предпоследние уже... А, да, я ж не показал еще кое-что. Вот как выглядела кассета. Это кассета, ну, уже переиздание, да. Вот. Это моя авторская копия. Текстов тут нету. Хотя можно было вставить. Ну, я... Ладно, что-то я говорю, я тогда работал, блин, когда это все в 2017 году менеджером по доставке воды Сибек. Вот, и... Было очень нервное, принимал заказы, короче, и делая кучу дел одновременно, это очень тяжело. Вот, короче, да, вот. Это я, да, вот, все, телефон, футболка, покупал, да, Динамо, да, вот, покупал Ван Сайт, или я сам с вами покойный, не помню, вот так это дело, искоса, помню. А вот это же тех, да, вот мужчина. Вот этим же покажу сейчас Нью-Акалипсис, да. Ну, а вот это, кстати, напомню, вот. Вот, Фиш Рекорд, что я продавался. Вот, это. Кассеты с альбомами группы можете привезти в точку продажи Фиш Рекорд, да. Вот, это Макс Рекорд так выглядит, вот, логотип, вот, и, так сказать, а это уже, ну, так сказать, вот, оформление такое придумали. Жесткое. Вместо другого апокалипсиса. Сейчас хотел показать же вам апокалипсис, как выглядел. Вот, ромка на диске, как выглядела. Тут, сколько, 4 варианта издания. Вот потом Slim версия вот так выглядела. Вот тут текст, кстати, вот этот текст на русском языке. Вот потом издание полноценное, Jewel Case. Вот так выглядело оформление. Вот. И в формате Slim DVD, да, вот тоже вот. То есть каждый из этих релизов, вот это 5 евро, баксов, 5 баксов, 5 баксов. Ну, это промо. Там, оно как бы в ознакомительных целях. Вот. Вот от SDM, кстати, да, от SDM покажу тоже. От SDM, вот, это я вот в молодости печатаю тексты. Вот, fuck you показываю вам. Фото Doom делал, да. Спасибо ему огромное, да. Вот как выглядел диск тогда. Вот это я вот, да, кстати, вот от SDM. Футболочки, да. Сигаретой во рту, блин. Это 90-е годы еще. А вот это я играю на гитаре. Вот тут вот, короче, тут у нас тут звукосниматели. Потом уже мы сделали. Мне вот сделали потом звукосниматели. В 90-х годах. А то мы ставили звукосниматель сюда. Она вот тут стоял такой. Это есть программа. Ну, на фото не влезло. Вот, конечно, да, вот Angel of Death. Вот, ебаное телевидение. Зомби, кто ты? Новый год. Там чувствуешь. Эй, вот я хочу. Вот слова Максим Вехов. Вот альбом слова Евгений Федорец. Фу, и тут Александр Дуды. Внутрь. Вот. Ну, и тут на внутренней стороне. Это шван. Он еще был, вот, шинка, тогда винильчик, вот, да, чатная машина, 90-е, да, начало было в этих годов, да, время, а, вот, тоже, кстати, то, что, вот, как издание альбома, вот, войновое, кассета этого, вот как выглядел, вот выглядел. Выглядело пропресс на песню на пятое. Это первое общение.
не утерян. Нет, ангел. Вот 10. Продал. Вот этот сам. Ее вот. Трехку. Где ты? Вот а пока тут вот, на сайт. От, короче. Алексис, здесь тупост. Б, А. Вот, лейб на сайте. Вот так. Вул Макс. Вот. Макс, зарик. Выглядит. Ту сервис музык байк студия ход стубайд пятый он мак то эно эти вот тут 19 е покалис вот вот алексис обламение тотальное заблуд покалиние закип мини тотально фат смерть смерть с вот а место упавает мщение мертвых новых трупа ритуал за крови ангел мщения ну ангел мщения это на стихи Максимилиана Волошина нет у меня уже это куда-то трек это делся, блядь. А вот так выглядела промка. Вот так промка. Этого двойного, да. Вот потом такое издание. Вот обычное. В Slim Case. Потом уже вот. В Джевел Кейсе такое вот издание. Простенькое. И вот Slim DVD тоже. Такое издание. Вот название песен все есть. Ну, стикер, да, это типа вот тоже такое. Тоже было. Ну вот, все, я показал. Все, подписывайся на мой каналчик. На вопросики я ответил, которые там были в комментариях. Думаю, всех уже дал понять свою позицию людям, что подстали от меня. Вот, переходи вот на мою страничку. Максим Веха, вот, да. И пиши мне в личные сообщения, там, привет, там, хочу, там, то-то, сё-то, это, то-то, хочу купить, там, еще что-нибудь, хочу, там, интервью у тебя взять и так далее, да. Ну, все. Следующее воскресенье покажу. Уже, ну, в следующее воскресенье будет выпуск, посвященный 14-му релизу Жар Хауса, да, 2000 года. Ну все, пока-пока. Сегодня, кстати, смотрел клипы наших харьковских музыкантов Сакира Перуна. Это самое, как его там, ну, нормальный клипец, конечно, снят, конечно, не очень супер-пупер, ну, понятно, денег надо дофига. Смотрел клипы
западные тоже. Ну, смотрел, да, вот там эта команда X-Anima. Ну, такая хуйня, блин, вообще не зашло. Мимо. Это Hated Hate смотрел. Вообще вокалистка похожа на Земфиру какую-то. Честно так, ну, это, ну, блин. Остальные музыканты все прятали свои лица. Типа мизантропы. Вот, так сказать, да. Ну, такая песня тоже посредственная. Ну, конечно, с произношением, что, блин, у всех с произношением английского языка очень большие проблемы, могу сказать. Вот, потом слушал, что там я слушал? Ну, Dropfist смотрел тоже, ну, какая-то фигня какая-то. Вообще не зашло, да. Короче, из того, что я слушал сегодня, зашло только группа Дмитрий Черниченко, там, на букву Д какая-то, там, Джурчика, что-то. Джер, блин, я так и не понял, название какое-то придумать, дебильное название. Хрен выговоришь, блин. Вот. Ну, вот то там, да, технично, там был, как, это, то есть это был свой вариант чужой песни. Ну, офигенно, да, конечно, ну, понятно, что это чужая песня. Ну, как бы, стиль музыки, вот, Громада, я так и не понял. И почему на русском языке, а что не на украинском, почему не на английском, на кого это рассчитывать? Вот. Ну, как бы, да, музыка прикольная и клип классный, вот Громада мне зашла, да, вот прикольно. А вот Hated Hate и вот это X-Anima, ну, блин, туфта какая-то. У басиста морда алкаша, блядь, у вокалистки там, там мать-одиночка какая-то, извиняюсь. Ну, блин, короче, блядь, не знаю, что-то, что-то вообще... Как-то и, ну, как-то они себя ведут как-то, блин, неестественно. Надо скрепоститься, что ли. Я вообще заметил, что ходил вот на концерты последние, там, Сорёва Кузня, там, еще какие-то, блин. Там люди как-то какие-то закрепощенные, все какие-то стоят, блин, это самое, такие, смотрят. Ой, а кто что на меня скажет? Ой, а почему? Ой, я не хочу, не хочу. То скажут потом, что я там что-то там это, снимут меня на видео, блин, будут всем показывать, что я вот там это. Короче, какие-то все зомбаки. Надо скрепоститься, блин, тюк. Посмотрите фильм этот, «Иствикские ведьмы». О, что надо делать, чтобы скрепоститься. Так. А то будете как в «Сиянии» потом, маньяками. Ну а что, не так? Такие есть. Вот, значит, да, он тут тоже вот я рассказываю, то же самое. Что тут, я уже сегодня рассказывал об этом. Вот, да, кстати, вот тут. Сейчас я расскажу про этот альбом. Вот, про альбом. Значит так, сейчас я рассказываю про Minion Apocalypse. Сначала я хотел его назвать Апокозалупс. Апозалупс. Апозалупс. Ну, залупа типа. И сварганил я его в далеком 99-м году. И так подробнее. Данный релиз включает один трек продолжительностью 15 минут 26 секунд, состоящий из 5 частей. Это сатирическая версия моей из песен «Гнев Бога» с альбома «День гнева». Тогда, в тот период времени, у меня была... Да, кстати, сейчас надо же показать этот альбом, блядь. Будьте меня потом заебывать. А где этот альбом? А покажи нам его. А где он? А мы не знаем, как он выглядит. Так, сейчас покажу. Вот, кстати, «Смешение мертвых» — это вот другая версия песни вот с альбома «Deathland». Хотел показать, вот так выглядит вот диск. Ну, кассету вы уже видели. Вот, а и это тоже видели. Вот это на пятая по счету тут. Так. Ну, тут что-то написали «Black Metal». Какой-то «Black Metal». Ну, это понятно, это, блин, дебильная эта система. Так вот, да, кстати, вот. Вот сингл EP. Чё не сингл EP? Засунули. Тут непонятно, короче, какие-то. Вот, а это с альбома «День гнева». Вот он, да.
Что это ЕП, это полноценный 28 минут или 32 минуты, я не помню. Где тут эта песня? Или это не здесь? А, здесь, да. Гнев Бога, да вот. Гнев Бога, да вот. Апокалипс. Я смотрел клип еще «Кавказ» и «Бельфигор», да, ну, блин, конечно, вот, ну, а толк, вот что, вот вы говорите там, типа, вот там, типа, какой-то не такой ты Макс Металюга, татуировок на тебе нету, на концерты ты не ходишь, ведешь мизантропический образ жизни, аскетический такой, личная жизнь твоя непонятная, есть у тебя кто-то, нету, ну, я не кувут, поэтому мне... Не интересно там показывать свою личную жизнь, выставлять на показ, чтобы тебя видели. Вот смотрите, вот я там с бутылкой пью, вот я там с какой-то девкой целуюсь, там, или там дети какие-то. Нафиг оно надо это. Вот, так вот, насчет татушек, да. Вот, что типа нет татушек, там ля-ля-ля. А вот, ну вот, Бельфигор я смотрел клипы, да. Сегодня вот смотрел клип. Я их уважаю, да, офигенный вот этот альбом, когда я вам Сатан 2000 года, офигеть, да. Вот, ну и что, вот они там все в татуировках, блядь, а несколько лет назад они поехали в Россию, блядь, какой-то там пидорас, жидомасон на них плюнул, там что-то плевал, и они испугались, блядь, сели в самолет и улетели, ну и что, и толку с ним, блядь. Что это, засали чуваки, короче, да, так вот, что дальше. Да, сварганил я его в 99 году. Тогда, в тот период времени, у меня была переоценка ценностей, так сказать. И на тот период я уже был занят своими one-man проектами. Ну, переоценка ценностей, это мировоззрение мое менялось, да. Я тогда читал, смотрел фильм «Матрица». Это самое, как его. Смотрел потом это, как его. А, книгу читал «Удар русских богов», там такое что-то. «Славяно-арийские веды». «Майн камф», короче, да, и, короче, начал понимать, что Ика меня долбанное заперло в это христианство дурацкое немножко, этот проект, название, хотя, хоть я и высмеивал, и этот самый, ну, как бы, в своих альбомах, в своих песнях, но все равно название все-таки, конечно, да, вот Гапон мне сказал, типа, у вас же название, типа, христианское, Angel of God. А я говорю, так там же тексты и музыка, и сам посыл, он же, ну, типа, ну, как бы высмеивающий. Ну, все равно, типа, название христианское, вот так вот. Ну, вот, так вот. На тот период я уже был занят своими проектами Angel of God. 1990-2000 года, включительно Dominion. 99-2000 Raw Black Metal, да. Один альбом 99-го и 2000-й Experimental Black Metal. Domination, это Old School Death Metal, да, 90-99 года. Incest, 96-й, 2000-й Avantgarde Brutal Death Metal, да. Incest, 1999-й, Raw Black Metal. Уже в это время, да, я уже был, там что-то уже записал и сдал даже там что-то. Ну, короче, да, потом Requiem, 99-й, 2000-й, Dark Ambient, Black Ambient, да. При записи Minion Apocalypse я использовал электрогитару, бас-гитару, драм-машину. Из примочек я использовал 505-й Zoom и Metal Zone. Ну, короче, да. Записывал я все у себя дома за одну октябрьскую ночь. Вокал я примочил, ну, в смысле, примачивал, чтобы было вот такое эхо. Там использовал всякие даже примочки. Вот. Давал Саше кассету, как всегда, да, обложку на кассету делала Юля, вот, хотел бы сказать вот что, Paradise Lost и Amorphis, эти группы повлияли на мое творчество в альбоме ATSDM, да, вот, да, я этот альбом на следующей неделе, там, вторник, среду, четверг, пятницу размещу. Ну, на создание Дамана Миньона повлияло прослушивание таких групп, как
Грейф, мой год, мортификейшн, да, это вот, кстати, христиане. Массакра, массакре и, конечно, абитури, абитуария, да. Ну, и, то есть это то же самое, там вот, и пишу, что также это я уже сегодня рассказывал, тут ничего нового больше нету. Заходи в группу и изучай. Да, кстати, какие-то, если там какие-то только что созданные фейковые страницы, без фотографии, там 2-3 друга, там и все такое, хотят влезть в эту группу, и я таких людей не пускаю, только настоящих людей. Настоящие люди могут только попасть ко мне. Нашел газету 89 года, номер 13. Издание еще того, тех времен. Вот как выглядело издание тех времен. На обычной бумаге, цветная. Полиграфия, ну еще глянцевая была. Вот такое. Вот номер 13. Тут ничего не было, потому что это очень по финансам было накладно. Вот. Ну все. Максим Нехов, желаю тебе успехов, подписывайся на мой канал. В следующем выпуске я расскажу о своем рейтинге гад в альбоме Чарльз Хоулса, да. Так, еще забыл сказать, что в альбоме Месси Крупов я использовал, ну и в Дэс альбоме использовал еще акустические гитары, да, акустику еще использовал, я забыл сказать. Мне вообще за 30 лет было, наверное, 15 акустических инструментов. И так, да. Ну все, пока-пока. Покупай у меня кассеты, диски. Все, пока-пока. Заказывай, пиши мне в личку на Facebook. Ссылка под видео. Все, пока-пока. Каждая кассета стоит по 5 баксов. Ну, новая, да. А это старая, да, это 20 миллионов. Ну все.